Ляскавічы па праву называюць сталіцай этнакультурнага фестывалю. Невялікая вёска Гомельскай вобласці ўжо ў чацвёрты раз збірае на грандыёзнае свята удзельнікаў і гасцей з розных краін. У гэтым годзе на Петрыкаўшчыну прыехалі госці і музычныя калектывы з бліжняга замежжа, Малдовы і Кітая. Яркий самобытный фольклор, народные святы, обрады, рамёствы, клич Полесья – уникальная магчимость докрануться до духовной спадчины наших предков. Дякуючи четвертому фестивалю, еще больше людей доведалось про Полесский край с его неповторной природой и самобытными традициями. Фестывалі, як кліч Палесся, конечно, гэта тое, што адрознівае нас в першую чаргу як беларусаў, тых, хто несе сваю старадаўнюю, старажытную культуру, і дзякуючы якой мы будзем адрознівацца ад усяго таго, што мы бачым сёння ў свеце. Прывітанне ўдзельнікам і гасцям фестывалю накіраваў прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Лукашэнка. Яркае ўрачыстае адкрыццё свята пачалося з традыцыйнага ўзнагароджання ганаровых палешукоў. З 2014 года гэтым званнем адзначаюцца людзі, якія ўнеслі асабісты ўклад у развіццё Палесся. Сёлета да іх ліку далучыліся былы генеральны дырэктар Мазырскага НПЗ Анатоль Купрыянаў, старшыня фермерскай гаспадаркі з Брэшчыны Рыгор Дзямко і народны артыст Беларусі, мастацкі кіраўнік нацыянальнага академичного хору имени Титовича Михаил Дрыневский. Полесье – это вельми богатый музычный певчий край. И то, что сделали фестиваль именно для Полесья, спочатку с усим, а зараз бачите, уже как международный фестиваль, уже из других краин приезжает. Это вельми добрая, это тоже великая повага для полешуков. С кожным годом фестываль «Кліч Палесся» багатее новыми творчими идеями. Вось и сёлета свято атрымалася насычаным подзеями. На открытии были представлены все культурные фестивали, які проходят на Гомельщине. На протягу дня перед публикой выступили больше за 20 творчих коллективов и каля 300 артистов. Сардэчна сустракалі на Петрыкаўшчыне і вядомых беларускіх выканаўцаў. Сегодня праздник невероятной человеческой любви, любви к жизни, к песне, к самобытности. У год культуры все фестивальные мероприемства спрыяли объединению интеллектуальных и творчих сил Гомельщины для захования историко-культурной спадчины, развития туризма у Полесском регионе, поваги до традиционной белорусской культуры. Национального стало больше, понимаете? Этого не было ничего. Я училась в белорусской школе, но этого ничего не было. Все для меня это новое. Вот сейчас я понимаю эту белорусскую культуру, какая она должна быть. Веселые народные гулянья разгорнулись на березе Припяти. По задумце режиссеров фестивалю, импровизованные подворки форуму объединили в саправдную самобытную вёску. Можно было пройтись по улице Садовой, сгорнуть на Полесскую. Погуляем себе, беседу ведем, все как положено, гомель женим. Кожный подворок заховал уникальный мясовый колорит и познаёмил за одним с традиционных полесских обрадов. Гости свято побывали на нараджении и хрышении дитяти у глыбинцы, послухали весельные песни, убачили импровизованные дажинки. Активными удельниками подворков были мясовые народные умельцы – ганчары, кавалі, ткачы, рыбаки, паляўнічыя. Усіх затекавленных задовольнением знайомились с сакрэтамі самобытных рамёстваў. Многолюдно, коллективы, люди радуются, вроде жить хорошо. На святе были представлены выставочные павильоны 11 районов Гомельщины и Брестщины. Праздник замечательный, столько эмоций, впечатлений, столько интересных подворий. Представлены все районы, настолько все здорово. Тематичные гандлевые пляцовки пропоновывали не только традиционные белорусские стравы, але и шедевры мясцовой кулинарии. Население довольно, поэтому мы приветствуем наших покупателей на нашем подворье. Песни, танцы, прыгожа подаденные смачные стравы и адмысловый мясцовый гумор. Хочу поглядеть, что тут есть. У другой половине дня отбылся другий у истории фестивалю конкурс «Полесская прыгажуня». За гэты титул змагались 14 удельниц 5 полесских районов. Пераможцей стала 19-годовая Ганна Мяшкова с Петрыкова. Кліч земли Полесской чуся аж до самой ночи. Ляскаўшчына спявала и скакала, упрыгоживала радостными усмешками, моцным сябровством, звонкими песнями и сапраўдным искрометным святом. Наталья Волынец, Дмитрий Радянко, Валерий Гапанько, Артем Коржицкий, телерадиокомпания «Гомель».